сегодня последний выходной, я буду сидеть дома. Настроение какое-то такое. Я делаю тонну домашки. Сделала дохуя всего. А сейчас я сижу такая на стиле. Стилевая, да, женщина? Неделю опять потратить, а потом еще неделю, еще 12, 50, 100 и всю жизнь. Сейчас ремонтирую ногти. Знаете, у меня включилась песня сейчас. Я ее слушала в 2018 году. Такой прям вайб максимальный ты этого момента жизни. Прям слушаешь и прям погружаешься в то время. Вспоминаешь, какой ты был, с кем ты общался, что ты делал под эту музыку. Так невероятно приятно, в то же время и как-то грустно. Так что песни, это, мне кажется, лучшее изобретение человечества. 7 часов я первый раз за день ем. Очень хочу есть. А что вы делаете в моем холодильнике? Вы что, хотите кушать? Яйца вы мои хотите кушать? Не надо в моем холодильнике сидеть. У меня лицо очистилось. Прыщей нема. То есть я сейчас полностью без косметики вообще. Я обожаю свое лицо, когда на мне нет прыщей. Но они, конечно же, есть, но такие незначительные. Такая женщина. Загадка. Не загадка, а пятка. Пизду. 11 число, понедельник. Я чапаю на 7 уроков. Мы дежурим. Целую неделю придется приходить к 8. Мама, у меня 3 кота смотрит на кухне. Не скучай, я, наверное, наберу тебе завтра номер, дай. И я дал ей номер своего брата. Отвратительно просыпаться, когда еще темно. На улице нет жизни, и ты, блядь, встаешь и думаешь, зачем, зачем? Я встала, сходила в душ, позавтракала, и вот она я. На улице пахнет осенью. Я не знаю, как пахнет осень, но как-то так, видимо. Пиздец, Влада идиотка. Слишком золотистая корочка получилась. Я идиотка тупая. Я поставила курицу, и я ушла, короче, в другую комнату. И мне сейчас звонит мама, спрашивает, как курица. А я понимаю, что пиздец. А запаха нету. Вот сейчас открыла, тут воняет, да, гарью. Но, ну, не было, когда она закрыта была, не пахло. И то есть, чтобы вы понимали, где-то 1,5 часа я жарила курицу, пекла. Сука. Я такая голодная. Голодная, но сейчас будешь есть курицу, сгоревшую заживо. Пу-пу-пу.
деле, как твои ведут дороги. В твоем мире грустно или весело. Я бы пожертвовал многим, чтобы узнать сейчас, какую слушаешь песню ты. Качает кроны ветра мои письма без ответа. Скажи мне, где ты теперь? Скажи мне, где ты сейчас? Где ты? Скажи мне, где тебя теперь найти? Скажи пути. И слезы падали в ее пески. Словно лепестки. Скажи мне, где тебя теперь найти? Нас опять отпустили с физкультуры. Но я промокла, как сучка на кучке. Они насквозь, конечно, но... Берри Боры. Боры Битл Баттер. Сегодня 15 число. Я немножко приболела. У меня заложено горло. Отек горла. Уши дребезжат жестко. Нос иногда закладывает. У нас из 30 человек в школу ходит 12. 35 и 12. Разница у них не херовенькая такая. Все слегли. Сегодня на таку. Мне очень холодно на самом деле, потому что с утра прохладненько. У меня горло там и тому подобное. Месяцы золотые буквы сложи. И слова снова вместе встретятся, как и наши этажи. Я разлетаюсь пеплом, чтобы понять хотя бы, где ты. Блять, как она орёт, сука! Пиздец, я глуху. Что за сходка, я вообще не вдупляю. Что вообще происходит? Наверное, на наш концерт с Дашей пришли. Какой концерт? Ну. Блядь, это пиздец же, вот это вот такое, вот это вот, блядь, вот это вот такое. Там не видно ни черта. Или куртка. А, это вот это все, вот это черные окна, это все в копоте? Окна не черные по своей природе, они вот так отсвечиваются. Там все горит. У меня там обувь и моя любимая плюшевая куртка. Там дети в кабинете. Это что за звук? Слышала? Будто... Не знаю. Прыгают, прикинь, прыгают? А, они бегут, реально. Реально воняет. Мама, мы просто не подошли, мы подошли ко мне. Нет, идите.
хотел кроссовки оставить. А вот это вот что за круги такие? Объясните человеку. Ой, там что-то с проводкой. Все рванет, что-то мигает. Там даже потолок темный. У нас сгорела школа. Зажглась, подожглась, подкоптилась. Сегодня мы приходили ко второму уроку. На втором уроке у нас был предмет, который ведет наша классная руководительница. Их предупредили, что у нас будет пробная пожарная тревога, да? Тоже не понимаю, это неправильно, потому что лучше не предупреждать, ибо чтобы дети и учителя научились как-то действовать в экстремальных вот этих вот ситуациях. Ладно, предупредили, вся школа, все учителя знали, нас предупредили, не раскладывайте вещи, у нас сейчас, ну, мы на улице, у нас учебная тревога. Все, у нас учебная тревога, тыры-пыры-растопыры, вернулись, и у нас учебный день, обычный совершенно. Сидим на шестом уроке на физике, учительница спрашивает детей у доски, и вдруг у нас вот эта опять сигнализация, пи-и-и, то есть сначала идет вот этот звук, режущий уши. Блять, как она орет, сука! А потом только три сигнала пожарная тревога. Только вот этот пип был, а потом все, то есть не было продолжения, как будто ее выключили. Училка сидит так, это... Что такое материальная точка? Это ей насрать. Мы сидим, типа, не понимаем, что происходит, еще что, как... Почему? Нечаянно кто-то нажал на сигнализацию. Залетает завуч и орет. Бегом эвакуироваться, настоящая тревога! И мы бегом, просто все оравы и так вот... Нам говорят оставлять все на местах, а Даша, она спасла меня от ожидания 3 часов моей мамы, ну, то есть я бы домой не попала, если бы вещи оставила. Даша сказала, давай, может, все-таки возьмем, мы хватаем, вы бы знали, какие эти вещи, просто вот так вот, в этот рюкзак бегу, спотыкаюсь, чувствую запах гари, думаю, может, показалось, спускаюсь по лестнице, я вижу, дым в меня идет, и я хочу что-то сказать, я вот так вдыхаю, и... Мне становится очень больно, потому что я вдохнула гарь жесткую, прям не слабо так. Когда я вдохнула, то есть я не смогла дышать больше, я не смогла выдохнуть, я уже бегу, дыхание задержала, выбегаю, все, продыхиваюсь нормально, голова болит, правда. Мы ждем, стоим, обходим школу, там пока пожарки не было. Уже первый этаж, буквально за считанные секунды, он черный. Он полностью черный, там что-то падает с потолка. Дым просто изо всех окон идет уже. И вдруг я смотрю, там с третьего этажа вываливается, как это вы... Орет, что тут дети, учительницы. Открывают они все окна, они были заперты. И, значит, смотрю, наша учительница классная, классная руководительница, на панике побежала на этот третий этаж. В дыму, там уже дым, ну, чуть ли не черный был. Помещение первого этажа, по крайней мере, было черным. И вот она, я удивлена, там задымление сильное было, жесткое. То есть буквально первые 5 минут, когда мы выходили, оно уже было, то есть дышать невозможно. А она поднялась на третий этаж, добежала до другой рекреации и начала выводить детей. Я восхищаюсь ей. От меня жестко воняет гарью. Хотя я стояла на улице, чтобы вы понимали. У меня болит голова. Я нервничалась, потому что мне стало очень страшно за этих детей. В ЧП все уже, все группы выложили, как горит школа. Просто вот единственное, что совпадение. Почему у нас на втором уроке была плановая, то есть всех предупредили, да, плановая. А вдруг вот тут вот сейчас на шестом сразу же у нас настоящая тревога. Я не понимаю, как так вышло. Поджег кто-то. Ну, проводка вряд ли. Ну, я не знаю. Ну, в общем, такая ситуация. Со мной все хорошо. Жертв вроде нету, я надеюсь, по крайней мере. Вроде всех спасли, вывели. Школу будут приводить в порядок. Там пожарные выбивали окна. Соответственно, и окна нужно починить, и первый этаж намыть, все это сделать. Тем более, если что-то с потолка падало. Просто я не поняла, там такие... Ну, взрывы, как будто ударялось что-то в окно. Может, это пожарные тушили, может, это... лопались окна, может, это что-то падало с потолка, я не понимаю, не знаю. Все обошлось, но моя новая школа, в которую я пришла, она
загорелась. Наверное, скорее всего, будет дистанционка. Не знаю. А также моя плюшевая красивая кофточка осталась в гардеробе. Прям там, где помещение было черное. Вот это вот побывало в пожаре. Оно воняет пластиком жженым прям жестко, да? Нет, это не гарь, это не просто как древесина горела, это как будто горело именно вот что-то такое, отвратительный запах, фу. Вот внутри кроссовок очень воняет просто невыносимо, как? Вы не представляете этот запах жженого пластика. Это жесть. А вот тут вот у меня прожглось, потому что мешок был наполовину открыт, и вот здесь вот повреждение, и, собственно, блядь. Как воняет. Тут выяснять, поджог. Да, что камеры там, потому что сгорело. Зашла с центрального входа, меня там не пустили. Вот я говорила, что вход сгорел. Первый этаж сгорел в плане, а там, где находились кабинеты труда сгорели, где макулатура хранилась, сгорела. На первый этаж там вообще жесть. Стекла не все побиты. Но на первом этаже. Более-менее этот выдержал, как его. Кто? Потолок? Нет. Спортзал. Там сейчас вещи разложены. Сгорела вешалка, похоже. Вот где вы вот это вот храните? Вот это все сгорело. Остатки этого всего притащили в спортзал. Положили на полу. Я увидела сразу твою кису. И взяла эту кису. А тебе не обязательно идти абсолютно на этот, как его? Бег? Бег. Так я, наверное, не пойду, у меня горло болит.